Всем привет, друзья! Вы на канале Туда Плей, и мы играем в игру разрушение предметов. У нас вот такой вот есть чувак, который может разрушить эти доски головой. Офигеть! Так, смотри, давайте прокачаем руку. 80 монеток стоит. Так, зеленая повязка какая-то. Да, ну давай попробуем. Нам нужно нажать как раз, чтобы была либо на зеленой, либо на синенькой. Оп, блин, рядышком была синенькая. Ладно, давайте на зеленый попробуем. Собираем монетки. Так, хорошо, монетки собирали. 110 монет. Так, а у нас, чтобы прокачать персонажа, нам нужно 200 монет. Офигеть, у нас только пока нету. Так, тарелочки бьем, да? А, я буду стараться в синенькую попасть. А блин, не попадаю я в синенькую, конечно. Но как бы можно его прокачать? 220 монет, давайте попробуем. Это что за маска? А, нифига себе, вон оно как, а что это? А, типа он головой будет бить сильнее, да? Блин, оп, давай-давай, головой бей. Ох, нифига, он молодец. Это здорово. Так, на природе теперь, да? Угу. Так, ну это здесь легко, я думаю. Давай-давай, вот, разбили. А, надо хорошенечко ему прокачать руки. О, головой, молодец. Кстати, голову там прокачивали. Так, а это у нас... А это как мы доску будем? Чем бить-то? Ногой? В смысле? Да, тут еще ему нужно будет прокачивать ноги. Вот у нас ноги. 440. Ой, как все дорого стоит, блин. Теперь я понял. А, мимо. Есть, разбили. Все, теперь будем попадать. Ах, последнюю нам не дали попасть. Сундучок этот разбить, ящик. Так, ну что ж, давайте попробуем. Есть! Попали прям в синенькую. Блин, чуть-чуть, давай. Оп, ладно. Мы и так как бы разбили, все хорошо. А, есть у нас монетки, давайте прокачаем тогда туловище, да? Ох, он что, у нас стал мощнее от этого или нет? Так, тарелки пошли. Давай, головой бей. Разобьет 3 тарелки? Да, головой он разбил 3 тарелки. Ну давай тогда прокачаем руку. Есть у нас, смотри, какая полосочка пошла. Ох ты, надо было прокачивать голову все-таки. Так, головой мы хорошо разбили все. Блин, 600 монет у нас пока денег не хватает. Опа, опять голова. Слушайте, надо прокачивать ему голову. Потому что головой я достаточно-таки часто стал попадать в последнее время. Так, что у нас там? 1200. Ну давай голову еще раз прокачаем. Голову. Во. Так, давай, чувак. Пробуй. Да, что, ты что, с ума сошел? Ну, ладно, давай. Головой. Молодец. И головой, и рукой. А, ногой теперь, смотри. О, у нас 2 бревна теперь. А, это будет сложно, слушай, но я попробую. Есть, молодец, разбил 2 бревна больших. Круто. Так, опять у нас сундучки. Мимо, да шо, мимо, 2 раза мимо. Слушай, у меня хотя бы нужно один-то ящик разбить. Есть. Один разбили, второй. Ах, ты мимо, все, ладно тогда. 1000 монет мы заработали. И теперь мы можем что-нибудь прокачать. Давай прокачаем тогда ноги. Туловище, да? Ага. Так, ух ты, у нас кирпичи пошли. Это что-то новенькое, ребята. Кирпичики. Есть, голова. Попробуем разбить головой. А, рукой, смотри, ударился. Ай-яй-яй, бедолашка. Давай. Если на красную попадаешь, то получается... Он мимо как-то ударяет. И может палец я сломать, да? Так, ну а мы пока на 14 уровне. Давайте еще. Тарелочки пошли. Так, что ж такое? Мне нужно на синенькую попасть. А, мимо! По руке ударил. Фейл. Фейл, типа. Ну еще дайте мне возможность выиграть-то. Так, по одной будем бить, да? Во. Так, мне нужно на синенькую попасть. Есть. Ну, хотя одна тарелка там у нас осталась. Как бы он ее бы и так разбил бы.
Ну что ж, давайте попробуем прокачать еще раз руку. А, вон, смотри, какая рука. Есть, молодец. Давай лучше головой, конечно, бить. Мало, слабо, слабо, слабо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тебя прокачали руку. Чего ж ты так слабо бьешь-то? Так, ну что ж, давайте еще поиграем. А, прокачивать мы пока ничего не можем. Давай здесь будем бить. О, голова, голова. Давай разбей все. Все разбей. Ох ты! Он разбил все деревяшки. Офигеть, круто. Так, давай попробуем рукой. Ох, все разбил. Да. Конечно, сейчас головой будет бить. Проверка прокачки. Ну здорово. Так, нога пошла. Ну, нога у нас прокачана, поэтому как бы тут я не переживал. Давай голову прокачаем. Во, какая голова у нас. Ух ты, ящики уже другие немножко пошли. Ладно, сейчас попробуем разбить их. Раз, два, три. Есть. 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 И еще. Еще один. Давай, 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 давай. Е, готово. Все деньги собрали. Это 2500 у нас практически, да? Так, уже бита у нас лежит, нифига. О, да, голова, головой сейчас разбьем. Блин, бита осталась еще немножечко у нас. Ах ты, ё-моё. Ладно, что у нас? Тут есть деньги на прокачку? Да, как раз, давайте прокачаем. Но я бы предложил бы прокачать голову. А, нет, туловище, туловище, конечно. Ноги. Ох, нифига, какой качок стал. Круто, 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 голова пошла. Такс, удар есть. И рукой. Ну, блин, мы хорошо его прокачали, слушай. Так, пока денег нету. Надо головой попробовать. Есть, удача. Удача, что мы прокачали его. О, еще раз головой. Нифига, как мне везет сегодня. 4000 почти что. Ну, пока не хватает денег, давайте еще раз попробуем. Так, рукой. Голова. Давай все разбей. Молодец, мы все разбили. Так, нам дали денежек. Вот такая вот игрушка, ребята. Если нравится, то обязательно ставь лайк этому видео. Если тебе нравится, чтобы я продолжал снимать такие вот игрушки про эволюцию. Так, давайте прокачаем тогда еще туловище, давай. О, какой нифига. Он все больше и больше прокачаннее становится. Более мощнее. Так, давай голову сейчас попробуем. По голове. А, нет, чуть-чуть. Миллиметр там. А, но все равно молодец, он руками отбил. Выиграли мы. Так, ну что ж. А здесь что у нас? А, проверка мощности. Давай, давай, давай. Есть, молодец. Долго, конечно, там стукался. И сейчас будет, ребята, коронный удар головой. Молодец. И теперь, ух, нифига, две бетонные трубы. А, как легко они разлетелись, да? Нифига себе. А, давайте прокачаем, например, руку. Давай попробуем руку прокачать. Ох, нифига. А, понял. Я теперь понял, что у него там на руке. Защита какая-то появляется. Есть. Есть. Раз. Два. Блин. Раз. И последний. Сейчас я попробую разбить. У меня куча денег будет. Ух ты. Плюс 4000 монет. Так, но все равно пока чуть-чуть нам не хватает для покупки. А кирпичи пошли. Ух ты. Давай, давай, головой, головой. Да, ребят, я думал, он все разобьет. О, молодец, два раза головой мы стукнули и разбили все кирпичи. А, прокачивать мы можем что-нибудь прокачать. Ну давай голову прокачаем, почему нет? Ага, там видишь, повязка на голову, типа защита его. Ух ты, мимо. Ай-яй-яй, ударился. Извини, чувак. Давай еще раз попробуем. Так, ну это слабо, слабо. Давай головой. Ух ты, молодец. Блин, мимо. Ай, прости.
Прости, прости меня, чувак. Нам нужно разбить эти все штуки-дрюки. Давай-давай-давай, кирпичики эти разобьем. Молодец, смотри, с одного раза мы разбили. Мы выиграли, ребята. А как-то так, такая вот игрушка. Ну что ж, будем заканчивать серию. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока, до новых встреч!